тушеное мясо – это простой вариант горячего блюда, который я готовлю очень часто, к нему можно добавить любой гарнир, а сам состав менять по своему желанию, попробуйте и мой вариант с яркой добавкой. Предлагаю вам изучить, как приготовить гуляш с красным вином, знакомое блюдо в итальянском стиле с вкуснейшей подливкой. Лучше всего подойдет в меру жирная свинина, она хорошо сочетается с вином, а овощи в составе добавят цвета и раскроют вкус, в итоге получается сочная мякоть и потрясающий аромат. Досмотрев видео до конца, вы узнаете, чего и сколько вам потребуется. Мясо промойте и нарежьте небольшими кубиками, посолите и поперчите его, оставьте свинину мариноваться в холодильнике минимум на 2 часа. Морковь и сельдерей нарежьте брусками, лук нашинкуйте средними кубиками. Промаринованное мясо обжарьте в масле 3 минуты, пока оно не станет светлым. Переложите свинину в казан, тушите мясо 5 минут, влив к нему вино. Ставим лайк и подписываемся. В это время на сковороде обжарьте лук с сельдереем до мягкости в масле. Затем переложите овощи к мясу, добавьте к блюду все сухие травы. В отдельной посуде смешайте воду с томатной пастой, сахаром и мукой, соус влейте к продуктам, добавьте морковь. Смешайте все подготовленные ингредиенты, тушите блюдо 30 минут на медленном огне, в конце добавьте лавровый лист, зелень, измельченный чеснок, соль и перец. Подавайте гуляш со свежей зеленью, приятного аппетита! Жду ваших лайков и комментариев. Ингредиенты этого вкуснейшего блюда. Свиные лопатки, 800 грамм. Вино красное столовое, 150 миллилитров. Репчатый лук, 2-3 штук. Сельдерей, стебель, 1 штука. Морковь, 2 штуки. Лавровый лист, 2 штуки. Чеснок, 3-4 зубчиков. Томатная паста, 3-4 столовые ложек. Мюка, 1-1-5 столовые ложки. Растительное масло, 3 столовые ложки. Сахар, 1-1-5 чайных ложки. Орегано, 2 щепотки. Базилик, 2 щепотки. Розмарин, 2 щепотки. Соль, по вкусу. Черный молотый перец, по вкусу. Зелень, по вкусу. Вода, 1 стакан. Количество порций, 4. Подпишись и поставь лайк, чтобы не пропустить следующее видео, которое поможет вам вкусно готовить. Надеюсь на скорую встречу на канале.